Азербайджан прекрасно справится с организацией и проведением 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29. Такое мнение выразили экоактивисты из африканских стран. Они пожелали Баку удачи и заявили о готовности принимать активное участие в обсуждениях в рамках мероприятия. От имени нашего альянса хочу пожелать Азербайджану удачи в проведении КОП-29. Это действительно важное событие для всего мира. На климатической конференции принимается важное решение, которое имеет влияние на все человечество. Уверен, что Баку ждет успех. Мы рады за Азербайджан, что именно он будет принимать у себя КОП-29. Это очень важная, самая важная конференция по обсуждению климатических вопросов и глобальных изменений. Желаю удачи. Я очень обрадовалась, когда узнала о том, что КОП-29 пройдет в Баку. Надеюсь на плодотворные встречи и приятные обсуждения уже в этом году, в ноябре. КОП-29 – важное мероприятие, которое станет центром притяжения всего мира. Климатическая конференция сплотит всех и объединит усилия мира на пути принятия важных решений, считают активисты из африканских стран. Каждый день происходят глобальные изменения климата, которые влияют на окружающую среду и человечество. Я считаю, что КОП – очень важное мероприятие, которое может поспособствовать принятию важных решений. Также каждый день растут выбросы углеводорода в атмосферу. Это еще одна тревожная тенденция. Я поддерживаю Азербайджан в том, что именно вы примете КОП-29 в ноябре этого года. Желаю вам удачи. От имени гражданского общества Кении хочу пожелать удачи Азербайджану. Надеюсь, что эта конференция станет важным шагом на пути к улучшению отношений между Азербайджаном и Кенией во многих сферах. Мы намерены перенять лучший опыт у Азербайджана. И, конечно, если можем быть чем-то полезными вам, то будем рады помочь. Активисты из Африки говорят о том, что, к сожалению, не все осознают, какое сильное влияние оказывают изменения климата на окружающую среду и человечество. КОП-29, по их мнению, станет площадкой, где даже противоборствующие стороны смогут забыть о вражде и объединить усилия во имя блага всего человечества. Эллада Мамедова, CBC.